В Анапе продолжается реализация программы формирования городской среды. Причем мы на Кубани стали одними из наиболее активных ее участников. Благоустройство дворов и общественных территорий. На это наш город получил субсидию из краевого бюджета. Почти 70 миллионов рублей. На что именно пойдут деньги в нашем интервью? В нашем городе в период с 7 декабря 2017 года по 16 января 2018 года проведен прием заявок на благоустройство дворовых и общественных пространств. Всего в управлении жилищно-коммунального хозяйства поступило 58 заявок на благоустройство дворовых территорий и 59 заявок на благоустройство общественных территорий, которые были включены в эту муниципальную программу. В 2018 году будут выполнены мероприятия по благоустройству 6 дворовых территорий и одной общественной территории. Общая площадь благоустройства территории составляет 40 тысяч квадратных метров. В ходе реализации программы на благоустроенных территориях будут реконструированы тротуарные асфальтобетонные покрытия, установлены новые детские игровые и спортивные площадки. С безопасным покрытием организованы зоны с беседками для отдыха и общения взрослых, предусмотрены новые парковочные места.